привет. Попросили меня друзья-подписчики показать, как я распускаю органзу. К сожалению, широких бантов у меня нету. Вот такие вот узенькие, из которых я делаю мушку. Разрезаю ее напополам. Вот разных цветов они. Зелененькая такая вот. Бирюзовая, голубенькая. Вот коричневая, из которой я, которую добавляю в свою скрутку. Распускаю ее. Ну и, в принципе, поехали. Находим сторону, с которой. Вот сразу удачно попал. И распускаем. Нашли конец, который распускается. Вот у меня кисточка. Вставляю так бобинкой, зажимаю как раз этот конец. И все. Можно вручную накручивать. Можно в дрель это воткнуть. Тут главное, чтобы они вот прямо были. Пальцами придерживаю. Не собирались в узел. Собирается узел, как раз опять ее расправил. Под пальцем не видно просто. Вот ее расправляю вот так вот. Не даю ей собираться в кучу. Ну вот тут буквально сколько распустил, 10 сантиметров, уже вот на бобинке столько органзы. Одинаковые широкие банты также распускаются. Я почему беру узкие, разрезал напополам, получается мушка органза. Вот ее вот так вот разрезал. Две. Как черная речка называет, псевдоперо. Ну и надо учитывать, что чем шире ленточка эта, тем толще нитка, тем проще распускать. Ну то есть бантик, когда в магазине покупаете, руками потрогали какой толщины. Вот чем он толще, тем толще, из толще нитки он сделан. Тем проще это распускать. Вот эта вот нитка тоньше волосинки. Совсем тонюсенькая. То есть дрелями вот даже и не рискую ее. Можно, конечно, попробовать, но вот при таком вот запирании, ну вот все, в принципе, конец ленточки. До конца не будем распускать, здесь вот обрежем. Вот остались вот прядочки такие. Их тоже можно использовать. Вот они какие получились, да? Можно в плетеной мухе использовать. Блин. Они вот совсем тонюсенькие, говорю. Это все путается.
Ну, то, что у нас продольные нити остались, я вот так вот пучки собираю. Сантиметров по 20, по 30. И вот эти вот края у нее пропаиваю. Все, уже она не запутается. И с другого конца также. Ясно, да? И другой конец также. На красной органзе я один конец только спаиваю. Ну, в принципе, здесь можно один конец только. Вот эта прядка. Тут сантиметров 20. Как раз хватит, чтоб мушку смотать с нее. Надеюсь, понятно объяснил. У меня позапуталось все. Вот такие две пряди у меня получилось. Еще на что-нибудь. То есть, по сути, с 30 сантиметров у меня получилось цельные нитки. Вот тут видно, нет? Цель на нитке. И вот две пряди таких. Это можно скрутку добавлять. Прядьку. То есть как монтажка-то она там тонкая слишком. Она очень легко рвется. Тоньше волоса. Вот у меня продольные пряди от красной органзы, то есть нитку на бобинку намотал, а эти вот такими хвостиками поспаял. Все это будет у меня хвосты к соплям. Раз их пакетик. Кончится один хвостик, еще достал. Места занимает мало. Вот у меня хвостик, с которого работаю, вот уже пообстригано тут все. Вот намотанный у меня органза. Это коричневая. Вот это вот красная. Бант широкий был. Ну и что-то не поленился, но он более-менее здесь толстая прядка, я дрелью распускал. То есть вот скрутку я использую свою, вот эти две. Вот синие, вот то, что продольные нити у меня остались, распускал сейчас. Сейчас сверну вот так вот. И пакетик. Одна прядка.
Вторая прядка. По необходимости достал, связал там что-нибудь. Коричневый где-то тоже валяется у меня. Это вот основная прядь от красной нити. Тут нее я. Ну, не основная, в смысле, тоже продольная. От нее я вот отщипываю маленькие кусочки. Это уж основная, тут у меня куча все собрана. Это коричневая тоже валяется. Короче, чем толще бант, тем проще его распускать. Так, ну что еще вот показать? Вот синяя. Я ее не буду распускать. Лучше взять пошире и потолще бант на распускание. А то у меня идет на синюю мушку из органзы. Напополам так вот режу. Продольные пряди удаляю. Ну, а в принципе, вот она тоже распускается. Тын-дын-дын. Вот зеленая такая же. Рысь. Все, вот она пошла. Ну, что-то не. Ну-ка, с той стороны. Вот она. Вот отсюда надо распускать. Давайте распустим. Сейчас вот зеленую еще. То есть нашли конечек. В бобинку я вот вставляю такую. Говорю, она такая тонюсенькая, как тоньше волосинки. Кисточку вставили. Ну, поехали. Эти можно сразу в кучу собрать, чтобы потом не запутались они. Все, вот они продольные прядки у нас. Поехали дальше.
Ну, длина ее примерно, сколько здесь, 0,5 метра. Ну, распускать ее минут 20, наверное, вот так вручную. Нравится мне, что-то как спаялось, наверное, скотчем сижу здесь. Бумажный скотч такой. Ну, так надежнее будет. Некоторые ленточки плохо распускаются. Ну, в принципе, никто не запрещает в магазине сразу проверить, как она распускается. Просили у девочек там. Или сами проверят, распускается, не распускается. Отрезала кусочек там. Проверим сразу. Покажу, как с помощью дрели. Главное, чтобы у меня не порвалось ничего. Вот, в общем-то, и все. Ну и все, вот такая вот прядка. Ровно 0,5 метра тут. Можно мушки связать. То есть тело такое будет. Можно плетенку. Ну вот, с 0,5 метра органзы. Получилось вот столько вот тонкой нити монтажно. Ну вот, вырезал я бумажку такую, чтобы у меня ничего не путалось. И вот эту прядку сюда намотаю. Аккуратненько. Уже ничего у меня не запутается, и место занимает очень мало. Ну и чтобы эти концы никуда не цеплялись, пакетик так вот раз, пусть ждут свою мушку.